Спойлеры сцен из 14-й серии сериала «Зимородок», которая выйдет на экраны в эту пятницу. Ферит так и не сможет улететь за границу. Он приедет в больницу к дедушке, узнав о его состоянии. Перед тем, как Сиран хотела рассказать, что Ферит улетел. Ферит прервет ее признание. Обещает душещипательную сцену Ферита и Халиса. Ферит целует руку деда, и они обнимаются. От радости Латиф также обнимает Ферита и говорит, как хорошо, что он вернулся. Сейран будет очень рада увидеть Ферита, а Ферит не упустит возможности пошутить над этой ситуацией. И скажет: «Я бы не ушел, если бы вместо того, чтобы поцеловать меня, ты бы обняла меня, как господин Латиф», чем очень смутит Сейран. Еще будет сцена ревности Ферита к Пелин. После поцелуя Сейран и Ферита, Пелин решила дать шанс себе на новые отношения, но Ферит, который, случайно увидев ее с другим, опять начнет проявлять свою ревность и контроль. Финальная сцена серии – ночная сцена в особняке. Ферит выходит на террасу и видит, как Казым и Сейран медленно уходят из особняка. Он наблюдает за тем, как Сейран идет вслед за отцом, и на его глаза наворачиваются слезы. Сейран останавливается и оглядывается назад на террасу. Их взгляды встречаются. Сейран плачет, а затем идет дальше. Казым и Сейран с одной стороны, Ферит с другой стороны. И это будет конец 14 серии. Такие спойлеры, которые опубликовали в социальных сетях. Сразу предупреждаем, спойлеры – это не до конца достоверная информация, поэтому сбудутся они или нет, узнаем в 14 серии сериала, которая выйдет 23 декабря в 20 часов ровно на телеканале Star TV.